24 сентября в Омске прошел 5-й всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе в памяти известного спортсмена и тренера, чемпиона Европы Тимиржана Калимуллина. В омском велотреке соперничали более 120 спортсменов в возрасте 14-15 лет из 7 регионов страны. Спортсменов действительно как бы высокий, это очевидно. И очень хорошо, что он растет с каждым годом. Вспоминая Тимиржана Митхатовича, он был настоящий педагог, значит, настоящий тренер, воспитатель, который не только борцов выращивал или взращивал, а именно людей, патриотов своей страны, своей малой родины. Это очень важное качество, которое, ну, наверное, не каждому человеку, к сожалению, дано. Вот Тимиржан, он был именно такой. И, наверное, дань памяти вот в виде этого турнира – это серьезная вещь. Омские борцы выиграли 6 золотых медалей, завоевали 9 серебряных и столько же бронзовых наград. Мне очень понравился этот турнир тем, что приехали много разных городов и можно было посоревноваться с ними. Соперник был очень хороший, сильный, энергичный, но я его шунговал, прессинговал и выиграл. В других финалах турнира 3 золотые медали завоевали спортсмены Красноярского края, по 2 борцы Челябинской и Тюменской областей. Итоги соревнований подвела дочь Тимиржана Калимуллина Лилия Хамицкая. Она отметила преемственность традиций и рост мастерства юных борцов. Сегодня мы провели 5-й юбилейный турнир имени моего отца Тимиржана Калимуллина. Мы очень рады, что у нас в этом году это все получилось. Мы рады, что к нам приехали сильные команды из Сибири, из сильных городов, из Тюмени, из Красноярска. При этом наши спортсмены прям показали класс, заняли много призовых мест. Это прям наша гордость. Мы рады, что школа отца живет, что это все дальше развивается, растет, что мы воспитываем настоящих защитников Отечества. Следующий всероссийский турнир по греко-римской борьбе для спортсменов 14-15 лет пройдет в конце октября в Тюмени.